Так, женек, кого там нету еще до сих пор с Манси? Простя, женек, девка, мозг. У всех уже висит суман. Скиньте макрос, блять, мне на этот. Хотя не надо, не скинь. В принципе, есть. Сейчас купол, по-моему, ищет. Как хорошо без Т5. Карин, ты там разобралась в... Да не, просто скилл сам. И чё? Вот эти иконки, которые переносили. Так, Мишки разобралась. Ни хрена. Я плюнула, пошла спать. Че там не ясно, Мишки? Че там сложно, в общем? Че за стопри? Тебе проще будет зайти на стрим Лазерка, ну, походу в стриме теперь, и глянуть у него. Зачем? Что за стопы? Что? Где там разобраться? Что там сложного, может быть, понять? А какие статы-то? Вносливость или ловкость? Какие? Мастерство. О, мастерство. 56, да. И откуда я их тебе достану, из жопы? Можешь соки, можешь из жопы, как тебе удобнее. Но у меня в штанах уже стоит мастерство. Кислого этого, спроси. Кислый в Т4. Кислого есть без шмот примерно, он знает какой. У него в Т4, я тоже если 2 Т4 надену, у меня будет нормально кап. Без шмот. Да даже шея, блин. Потом шею силовую на мастерство еще. Ну кольца, блядь, чё? Кольцо есть на мастерство могильное. Два кольца есть. ДДшное. Ну это наручи слабенькие по статам чисто. По ловкости ставим. С Рескином. С Рес тоже ДДшные запажи. Ну конечно, но они на мишку топ. Рез на спингер. Так, нам надо два дамагера, да? Ну, по сути, Мезер правильно говорит. Если тебе МТшить, ты опять же, блядь, с твоим агротом похуй вообще для этого мастерства. Если вдруг перехватывать придется, мало ли чё. Смотри, что перехватывать. Боссы. Ну если он таунтится, то, блядь, там проблем нет вообще. Дайте шкаф. Тебе надо за МТшить силка 2 спингер. В принципе, ты и так МТшишь. У тебя и так все в порядке. Так что не парься. После игры на ханте я привык к тому, что есть лист, без лист, по которому нужно следовать, и есть определенные карты. Там определенные карты толком. Ты без лист сама можешь составить. Блять, не могу. Тебе идол только вкачанный поставить и все. Ну, так должно быть. Ты можешь поставить больше камней на мастерство вместо крита выноса, допустим, либо уклонения выноса. Это, блядь, надо шмотом собирать. Шмотом 56, ну, блядь, очень вряд ли. Сколько у тебя цифр, расскажи. Сейчас у меня нормальное мастерство, потому что у меня шея ДДшная с мастерством, и тапки 264 с мастерством. Ну, сейчас сколько у тебя? 54. Это не декап.
А цифра рейтинга, скажи, сколько? 364. Ну, кап там 380. И то этапки буду менять. Почему не существует никакой кош с мастерством, а? Тапки. Карьеры и все. 277 кош. Дамайзер. Кого можно позвать? Мишу в два окна. Замага использует прогу, которая копирует расположение клавиш. Типа одну клавишу нажимаешь, оно в два окна и баш. Захожу на своего мага и на мага адмирала. Бегаем в одном фрейме. Тебе тебе так да. Не надо. 277. Хота позвать можно еще, нет когда? Ход вечером пойдет. Хота еще не было, целка 25 км. Короче, кольцо меняешь. Короче, сейчас Вага зайдет на Вара. И надо еще одно тело. Да быстрее бы уже убили. Слышишь, кольцо сгнилого. Утя. Утя тоже Вар сидит. Дала ранее ФК, судя по всему. Меткости. Сколько у тебя, скажи? 7%. Цифра. 200. Сколько 270? 230. А зачем мне больше, если у меня там этот символ на таунстве? Ну, так-то надо 8% плюс мне. Открой магический урон вкладка. Кирс, короче, он типа сделал 5 брюлей и 270 усилков. Типа такой стандартный. У него вот прям все заебись выше. Магическая меткость. Сколько там? 230%. В проценте. А так у него 9 брюлей. 8,7. Ну вот, 1% не хватает ровно. Так у него 9 брюлей и 390 усилков. У кого? Короче, плащ берешь с меткостью, с целка. О, адмирал, слышишь, напиши мяки, пускай на твоего мага дует. И из-за этого ты можешь шею поменять на нормальную. Ну, кстати, ты плащик поменяешь, у тебя мастерство кап будет, и ты как раз избавишься от оверкапа своей защиты в плане брони. Ну, кстати, я нашел. В принципе, ты ж мага можешь мяки дать, пускай их подамать. Да, вот все, я написал мяки. Но вообще бис в мишке идут шея и плащ с меткостью, ссылка. Ну, мяка, тут. Кольцо за репутацию. Вот эти, конечно, 15 крита и 23 выносливости, это херня. Короче, Лёха, повтори, что мяки сделал. Идёт с тобой своего мага, он заходит на твоего мага и идёт дамажит. Слышал? Все, пиздуй. Этот крит 15 рейтинга вообще не нужен. Тупо в такие вещи вставляешь камень 54 стамины и все. Это ловкости быстрее тоже не надо. В эти тапки смело с мастерством вставляй. 2 по 54. Да нет, буду я вставлять 264 тапки, я буду 277 брать. Да это один, доставь метки вот. Смысл тебе их брать? Она хочет итем левел поднять, как я понял. Нахуя никто не знает, но она очень хочет. Лойд, дай этот метки, а Карина как раз таки тебе нечем заняться, назначишь людей по меткам. Это 5 мишки обязательно. Чтобы МТшить. Не только. А что ты еще РБК проносить? Карина, распределяй людей по меткам. Тут гевка есть. Ты лучше с этим справишься. Мосса, нельзя менять грудах, понимаешь, офс.
Там дохуя слотов идет меткости и мастерства. Рудак без вариантов. Ну, типа, ты ботинки снимаешь, тогда сокет вставляешь на 50 мастерства, допустим. Даже есть ювелирка, надеюсь. Не, этим левел вообще, ну, смысла нет смотреть. Если ты хочешь мастерство, то собирай так, с этими тапками. Те тапки тебе ничего не дадут. Разве что какие-то вока будут падать. 284-е. Уже можно будет пересматривать статы. Я Мишка МТшил только из-за того, что у Мишки, когда он танчит лича, его не хватает валька. То есть МТ танка не хватает валька. И у него есть стан. Если берешь таланты, там этот стан то ли 40 становится, то ли 30. То ли 40. Можно каждую волну ставить, одну вальку, 5 секунд. Это очень важно было. Но тут вальки на этом сервере очень медленно летят. И даже без станов замедлениями чисто сливаются. На том сервере, где я танчил Мишкой, там вальки быстрее летели в 2 раза. И без станов было невозможно их разбить. Кто еще будет? Вах и Магда? А не проще в голос озвучить тон комнатки? Не могу достать. Дай букву вспомнишь, что-то. Хуй знает, я посмотрел, по оку нету ни одной шмотки с мастерством, что кожа она ему. Как какой шмотки? Любой вообще. А, ну... Это не факт, что там как на X10 будет дроп. Он будет такой же, только за нерв. Нет, автоинвайт он. Просто непонятно, чем они мотивируются. Они не подбирают, какие-то рандомный шмот делают. Мосы, повторю тебе еще раз так, на всякий случай, вдруг ты не услышал. Нельзя менять по... Потому что они с этого идут. Потому что с этого одевается груда. А не хочется менять 4 куска, она хочет в 4. Ну что, да, вот. Если нужно мастерство, берешь кольцо с кораблей. На экспертизу. Мне кажется, я кого-то забыла. Вагу. Есть 6 ланотелей с экспертизой. А, есть уже это 6. Что, можно запускать? Грутар сейчас еще присумонится. Что как хочет собирает. А, еще... Адмирал... Чего В печенье. Так, скажите, я в какой метке, пожалуйста, то я только подошел. В чате. Вон читайте, в чате все, Карина написала. В чате? В Дисе, что ли? Кого я забыл, Маску? Нет, в рейде вон в чате она прописала все. А. Блядь, тут пиздец. Нет этого аддона на чате, ты еще заебешься листать. Это не аддон, это называется разделение канала. Чё, давайте смело с первого раза, да и РС-ку с первого раза тоже. Скажи, где Женёк находится, я не вижу, где он. Чё, конечно, хорошо, Напомните тактику, вдруг кто-то забыл. Ладно, говорю сразу, злой Джокер писал то, что он тут первый раз. Мяка тоже, скорее всего, тут первый раз. Так, еще раз озвучиваю теперь, что я написала. Трусы, Хилл, Денчик, ДД, Локи, Кирс, Жунэн,
и Рога, и я танец. Ромб, ДЦ пока тут, ДД, Даркис, Никитос, Драгон, Фарадо, Звезда, Простер, Зелина, Мазафакер, Карухар, Неормоза и Враска. Печенька, Войт, да, у меня Карухар два раза. Значит, Враска, пойдешь печеньку. Войт, Мосса, Адмирал, Гевка и Женек. Фарадо, объясни двум магам. Звезду подальше оттащите. Объясни двум магам, что надо делать. Можешь отдельным каналом спуститься. Объясни двум магам, что им надо делать. Пока мы будем бегать. Пока мы первый раз бить. Чёрт, селёдку. Слышишь, Войд, звезду немного назад оттащи. Близко она стоит. Всех выкинула, не? Нет. Нет. Я релогну пока. Так, поставьте рыбу и этот баф дайте. Есть рыба? Поставил. Да у меня такое же есть. Давно. А у меня два. Первая фаза и вторая без смертей — это залог убийства на третьей фазе Джейна. Эсэса там Ген на свое усмотрение дадите. Да, тут нужно дать по адмиралу и по промо. Чего? Кто им тешит Джейну саму? Все готовы. Войд. Так, сразу назначьте одного лока, который будет косты ты? Все понял. Ты уже это знаешь, умеешь, практикуешь. Да, просто я сразу решил спросить, чтобы меня никто не перебивал. Так, я на адмирала дал СС. Уже запущен босс. Я проверку. Даю СС на Денчика. За костами придется смотреть, сопроты не забудьте. Мозер, обновишь репаунт со второй фазы? Разобрались, кто что делает? Да. Нахуй дяду дрочить! Вторым пять пунктов.
можно микрофон отключить? Нахуй я буду отключить! Это кому? Не знаю, кто-то звуки издает просто посторонний. Зальете большого, топните. Нахуй я буду отключить! Все нормально, блядь. Там уже шторм, наверное, скоро. Шторм 7 секунд 5. Сбежали. Старина, вон веди, смотри, сколько этих сверху. Нахуй я буду отчить! Да, готовимся спичить. Что на ту сторону? Нахуй я буду отчить! Шторм, если чё. Верного заберёшь? Дай, Масад. Да. Сверы уже пропадают. Постоянно забегаемся. Бери, иди, пожалуйста. Нахуй я буду отчить! Всё, иди. Шторм уже сбежались. На что, на ману? Да. Даю. Нахуй я буду отчить!
Артуром, если что. Дал ты часа. Дал ты. Все, сдохли. Лайк. Нормально. Если жену Н поднимет, там может попробовать. Резать рубка. Там два дроида умерли. Рейндж не соблюдают. Не разбежались на что. Жаль. Разжали кнопку. Резать. Ложите. Всем по 250. Кто подох. Ложится, да? Смотрите. Вот, 6 давай, человек. Подумай, Миша, все хуйня. А если кнопки не было? Слэш каст макрос должен быть. Как? Слэш каст щит света. Должен быть макрос. Если кнопки нет. Луч не убивает. Так, адмирал, дай ссылку, мне эта хуйня заебала. Какая? Нахуя дудосить вот это говно, есть там? Сейчас уберу. Нахуя дудосить. Вот вам макрос, который надо убирать, если снимается кнопка. Все? Тут... Саня, не убирай нахуя дудосить, это весь. Не, ну это, честно, меня заебало давно. Что-то убрал, когда там скачать можно? Жан, блядь, заебал. Давай, салам алейкум. Давай, рыба. Чисто этот файлик, да, из Жани. Не, ну вообще мы отдали два масса его. 4 масса. Что, сложно ставить на рейндж? Особенно хилам. Место ебаническое количество. Сейчас просто все дело было в том, что никто не анонсил. Да зачем анонсил? У вас таймера нет? Скорее всего, у кого-то ДБМа нет. И если судя по этому, у кого-то нету ДБМа. Свеживают косты босса. Запомни цель босса и отслеживаем косты. Вот сейчас, по крайней мере, два мага здесь первый раз, и вообще... Стабилки могут отслеживать. Можешь качать? Я убрал эту хуйню. Дай ссылку там куда-нибудь, дилку там. Сейчас. Вот тебе очень долго собираешь стаки. Просто сейчас фишка в том, что все привыкли, когда им наносят. То, что шторм разбегаетесь, потом обратно сбегаетесь и так далее, и народ уже к этому привык. Поэтому они не услышали разбежаться, и все остались на местах. В смысле, Рейлу предлагаешь 250, твои батя? Вот тебе надо, да? Нет, Рейл тут вообще ни при чем, это уже вина тех, кто упал, то, что они не установили ДБМ и не следят за ним. Там уже вина тех, кто упал, это я не отрицаю. Я просто говорю то, что народ уже привык, то, что им все, все, всегда, все анонсят. Короче говоря, ты говоришь бесполезные вещи. Часовой нагрузки ноль. Пианист, как это работает? Еще раз скажи, вот я нажимаю макрос, у меня появляется эта кнопка, да? У тебя сначала кнопка появляется, потом ты макрос нажимаешь. Если у тебя кнопка не появляется, нажимаешь макрос, и это все равно применение пойдет. А, в смысле, мой макрос за эту кнопку, да, сработает? У тебя да. Есть АТ-5 Audi? Что-то странно, раньше эта кнопка всегда у меня была, а вот сейчас что-то пропало. У тебя есть АТ-5 Audi или нет? Да нет, у него две штуки только. Ну вот, когда у тебя кусок загорается, если АТ-5, ты выставил его на панельку, шифтом перенес, то у тебя будет пропадать кнопка, вот и все. Не пропадет, я сейчас протестил, это комбо трогает, говорит. Отчего постоянно умирал Вервульф на прошлых траях. Появляется просто вторая кнопка рядом с кнопкой Т5, и все отлично работает. Запускаю. Это только у нас проблема, у нас два скилла на выбор. По поводу, блядь, таймингов и костов босса никому нихуя не анонсит, смотрите сами. Хватит, как в детском садике.
что вы будете делать в дальнейших контентах. Допустим, в том же ОКР, блять, мне лично нету времени даже проносить что-то. Там каждый должен сам за собой смотреть. Можете кто-нибудь анонсить не РЛ, что ДБМ почему-то отключил? Берешь боссов, блядь, запоминаешь цель, блядь, и смотришь за костами босса. Может, быстрее научишься смотреть за костами босса. Лучше вайпаться, пока все научатся смотреть за костами. Есть ли огурцов? Зато потом будет, блядь, нормально. Хилы могут по нестабилке отслеживать. Да и все могут по нестабилке отслеживать. Почему это сложно? Не знаю, кто там говорил плохое про ДБМ Адмирала, все отлично работает и показывает. Думаю про озвучку. Я без звука играю, мне без разницы. А у тебя есть один фанат. Я так думал. Я сейчас положил большой толстый на озвучку, мне другой интересно. Самая легкая фаза, блядь, они не могут даже, блядь, это просмотреть. Всего лишь, 5 костов. Единственное, что надо отслеживать на этой фазе. Отлично, есть. Шторм. Зал мне носит, адмирал. Пять костов сами следуют. Знаешь, какая вообще каста? Да могут нормально в кучу стать. Да, Женек? Знаешь, как есть каст отслеживает? По темпу слития мобов и набирания стаков на бане. Что закроют за второй портал, будет через 15 секунд каст. Прибежали туда. Нахуй я дурачу. На ком мелкие в кучу. Сходитесь. Уже не надо. Умайла. Ну, синдаиру. На сахус. Есть мелкие, а все сошлись в тучу.
нахуя дубачить? Жужин, тебе нормально, когда у тебя полтора ляма по джайне? Давай, адмирал, на ману. Пою. Ничего не сработало, эта кнопка. Его, блядь, в чат пишут. Потому что ты пробел поставил перед ней. Перед кастом. Давай по новой, Миша, все хуйня. Да, блядь. Вольт, поддержишь. Чего? Звёздочки это какой-то. Ну, сука, разлил вам. Давай по новой. Звёздочки, подойдите просто и всё нам. Вообще. Серьёзно, блядь? Беги, сука, беги! Забери. Чего, разокройте? А ты сейчас пойду. Я хил. Попросите, да. Прости, дай бланжерки. Где он? Блять, подбеги в центр, дай бланжерки. В чем проблема? Ты, блядь, танк, нахуй. Лучи. Давай по новой, Миша, все хуйня. Мосы поднимать? Да, подними. Смотрите за дебафами. Блять, кто в ромбике метку разлил? Давай по новой, Миша, все хуйня. Встаньте за ней. Кто сейчас дочки хилит? Шаман. Я. У меня когда. Поставь тотем на огонь, если есть, когда это достает. Да.
достает, а вот. Пусть меня не было. Чего? Звездочка выйдешь. Давай по новой, Миша, все будет. Сейчас там немного осталось добить, не будет. Коллапс. Давайте. Чего? Чего ты только закройте? Печенька кончился. Женек. Давай по новой, Миша, все. Там адмирал Гейм не откатило. Че, СС? Да вот я тоже был под. Сейчас все идем в квадрат. Все, кто не знает, идут в квадрат. Кто на боссе лег? А где квадрат? СС по Денчику дам. Кто? Ты, наверное. Давайте лучше, да. В конку же не попадаете. Мозер, дай гейм на ману. Боже, дамажит. Где на прононсе там когда герои, что это по боссу убились. Буря. Беги, сука, натиск. Беги. Буря. Начисто. Враска, поставь лед. Начисто. Враска, поставь лед. Стоит лёд. Прикройте лучше. Так, Гера. Где нас? Давайте, Геру. Буря. Метка. Только так, чтобы натиск не задел, если что. Буря. Усиливайте. Натиск. Видишь, вода, блядь, почти. 10 секунд. Купу. Не ловите, блядь, кто там стоит, ловит. Купол. Купол. Замедлен. Блядь, метки лагает, пизда. Под куполом вообще был. Фир только не ловите, аккуратно. Не бегайте возле фира. Блять, Женек. Женек, сдохнешь, не вставай только. Блять, не вставай, станешь потом. Бегайте аккуратно. Фарада, фир. Да пиздец, никогда не догоняй, не догоняй, а тут вдруг догоняет. Аккуратно бегайте, смотрите в жайну, блять. Те, кто умеет, сами снесут. ССБР пока спинят. Спринты там бегай нормально. Не надо, блять, миликом там бить и тому подобное. Пиздец, вы гоните? Да не дохните, блять, адмирал, там где ты урон получаешь? Не я.
Серьезно, блядь, не ловить эфир, сука. Просто, блядь, бегайте, смотрите в сторону купола, блядь, не ловите эфир, и все, блядь, будет заебись. Фарада, блядь, сдох, нахуй. Как ты, сука, сдох там, блядь? Хуй тебе, блядь, и не это будет. Че там будет? Трэш бить или Джайна сразу? Пока тут Мосу, Моса, блядь, Денчика. Женой он меня, Женек встаешь, женой он быстрее БР. Я не кипот. Косты посмотрите. Главку не пробил. Косты сбивайте. Фетов, блядь, от босса нахуй все. Где Никитос лежит? Будет. Девка в сторону еще. Натиск. Дэнс. Блять, Дэнс. Сечок, крест криво стоит. Там стойте, блядь, строго в кресту. Где Никитос лежит? Слева. Вот? Слева от креста. А, давай, только не сразу. Сейчас давай. Косты сбивайся. Чё он, блядь, косты не сбивает? Иди на ларей, косты сбивай. Натиск. Натиск. Метки, станьте, косты сбивайте. Никитос, блядь, стои же, натиск, сука, ловишь. Зайди ты, блядь, стань нормально. Ты, блядь, не видишь метку, сука. Нет, нет. Разбивая метки, мгновение ока, дефы дайте. Т4, да? Буря. Где БР по пинчику? Рахил рейда, буря. Босса туннеля. Натиск, спасибо. Натиск. Не словите натиск только, блин. Одна минута до купола. Меньше. Хватит времени, там ляб остался. Лут. Дайте гир упавшую. Он садится. Все. Стоят, блядь, натиск ловят. Вы серьезно? Меток, блядь, не видно. Смотрите, что-то с хп-баром сделали. Типа у нее сейчас вообще хп нет. Ноль процентов. Ну, давай гонов посчитаем. Лучше, что на куполе дох. Тогда, блядь, пуху отдам. Можно? Девка, слышишь меня? Слово скажу. Да, что-то сделали с сапфиром. Он никогда за время боя 4-5% не давал дамага. Максимум 2.5-3. Что-то сделали с ним. То ли касты, может, чаще, то ли что, хуй знает. У тебя тоже 500. Это у тебя на сове было так. У него-то не сова, у него-то шаман. Один Мозер, блядь, дамажил что-то. Все остальные, блядь, там ракалы пиздят. Он добил босса, если чё. Так ему плюс 3 ляма засчитало. Это старый слайд. Ну так босса добивает на второй. Нет? Типа сколько там вот у босса 3 ляма отнимет? Фейками, да? Все равно 3 ляма отнимет, все равно выше. Не совсем. Как бы нет. Ну типа он на седьмом. Кому осколок надо? Кому ответственного давать? У кого есть став, сделанный с душами? Есть такие? Не-не, я не делал став с душами. У меня осколки собирают. У Насти есть став. Ну так кому? У нее есть спектр. Могу за Настю забрать. Если а если став не делал с душами, осколок нельзя взять, да? Короче, раз... Пока не соберешь душу и тенку взять нельзя. Есть осколок или нету? Кирс. Осколок есть или нету?
Даркисова, да, он осколки собирает уже нас. Лок как раз может. Здесь вообще нет? Да, он да, сзади. Он, у него есть. Дай ему лучше. Дай ему с горну, да? У него есть лок. У него Амира есть. Он в чате пишет. А если я вот не собрал душу еще, я не смогу взять осколок? Есть? Даркис у тебя есть или нет? Повторю блять, еще раз, пока ты не собрал души и темпу, и осколки ты не можешь брать. А, ну все, этот... понятно. Осколок с Джайн, у тебя есть Даркис? Нет, да? Дашь Даркису Луцера, заберешь первозданный для тьмы, сундука откроешь? Да, Даркис. Все, Даркис, открывай. Кому теперь лутера? О, книжка. В смысле книжка? Книжка. Фух, да вот. Так. Надо было за приста запрыгивать. Может, сразу маунта корову? Чё, рой или чё, или еще что-то мучает? Как круто, два часа еще хуять. Спрашиваю человека, который мне ответит 100%. Зачем ты отвечаешь? Это уже Ролик? Блядь, это не Моков слэш Шорм. Стоп, погодите. А, кто, чё там, чё ролит? Маунта. А, Маунта. Роль на двух чарах. Чарах роль. Да, у меня есть. А у Насти? Мне пароль. У Насти тоже есть. Я пароль вырыл. 78 кг. Книга нужна, у меня тут все доны отключены за Настю, у меня вообще ничего не высвечивается. Кто выиграл? Розелина. 78. Дальше будет что-то, нет, Леха? Да. Лока нет. Не, смысл у ДВ рейда. Это ДВ рейда, у нас мы сейчас. Ну, я говорю, Лока Герпуза. Офлич тут на шипнопуку. Рольчик, кому надо эти сандали. Кого, сандали? Сандали. Да, пожалуйста, пусть через скиншор пишет. Ну, нет уже этого. Вовс. Ну, объявляйте, потом скажешь, кому отдать. Ну, Настя отдай на мейн. Я просто не знаю, будет ли она брать за ГП. Сейчас я ей напишу. Там маг хочет на мейн пароль. Или нет? Сейчас. Ну, у нее тапки похуже. Типа, я знаю, что у нее похуже. Но сейчас, кстати, я позвоню. Где телефон? Так не твое ГП взял, блядь. Да, о, да, да. Сам пизды получить от Насти. Бля, где телефон-то? Мазер на ОВ. Копейки стоят. Ну, я сейчас узнаю, Настя, есть, надо ли ей на мейн пока что. Подождите, блядь. Хорошо. Я знаю то, что как ей надо, но будет ли она брать. Гена, поначитай сразу ГПшку. Угу. Ладно. Мозер шапку забираю. Мозер ГЦ. Это тоже может найти нужно. Это я знаю, что точно нужно. Алло, Настя. А, такой вопрос. Тебе ботиночки же нужны с Джайна? Ну да. И книжку. Если их нет. Погоди. Просто вопрос в том, если она сейчас лутает ботинки, которые в первую очередь ролили, тогда Мосса забирает книжку. Ты спроси, что ей приоритет, книжка или... Книжка приоритетнее. Ну сначала сапоги. Я понимаю, ну сапоги тогда пускай на ОВ уходит, потому что книга реже падает. Ну сигнал. Хорошо. Блядь, так как-то, блядь, нечестно выходит. Как сапоги можно уйдут на ОВ спек, когда ты можешь сролить книжку и забрать сапоги? Ну я просто считаю, сапоги не ролю, сижу, курю, а когда кролит книжку, тогда книжку беру, все. Сапоги, мейн спек. Плюс чат. Кому?
Если магу, то не могу. На лоу-спек рольте. Подстава, подстава. Ну там Мозер 90 в прошлый раз кинул. К Мозеру 2 закинул. Ну, Мозер отдай. Мозер не знает пощады. Дайте в Долоран портал. Игни вниз, встань и забежи в портал бесплатно. Это книга. Книга кому?